Всем привет, с вами Ютоя. Наконец-то мне пришли маркеры, которые я заказывала на Алиэкспресс. Вот так вот они выглядят. Тут у нас получается такой пенал, сумочка, которую можно с собой носить. Всего я заказала 36 штук, тут даже подписано. Я взяла не самый большой и не самый маленький. Думаю, для начала мне хватит. И к тому же я посмотрела цвета. Здесь, в принципе, все, что нужно. Шли они около 2 недель, и вот сегодня я их забрала. Вот так вот выглядит это богатство. Все они подписаны и пронумерованы, так что если вам нужен будет какой-то цвет, можно еще докупить прямо по номеру. Также в подарок тут мне положили ручку. Это простая гелевая ручка, но она пишет очень тонко, так что хорошо подойдет для контура. И вот такая вот белая ручка. Ну и, собственно, сами маркеры. Вот так вот они выглядят, они двухсторонние. С одной стороны тонкая, а с другой стороны толстая. Кстати, они очень плотно закрыты, так что, надеюсь, это поможет им подольше не сохнуть. Если по итогу вам этот набор понравится, вы можете посмотреть его по ссылочке в описании, в комментариях где-нибудь добавлю. Вообще, изначально я хотела собрать свой набор и купить эти маркеры по одной штуке отдельно. Но так получается, что кроме того, что это выходит дороже, с чем я в принципе была согласна, но проблема в доставке, потому что она обошла мне 2 месяца. И к тому же тот набор маркеров, которые я собрала по цветам, которые мне бы точно пригодились, стоил даже на 200 рублей дешевле, чем весь вот этот набор. Здесь, к сожалению, много цветов, которые очень похожи друг на друга. И, возможно, несколько отсюда можно было бы спокойно убрать, и ничего бы от этого не изменилось. Но мы имеем то, что имеем. Так что давайте попробуем ими пописать. Для начала я хотела посмотреть, как все цвета выглядят на листе. Красивые руки теперь. Да, конечно, они очень сильно расплескались, пока я их пробовала. Вот остались даже капельки, так что нужно быть аккуратнее. И да, они немножко расплываются по контуру. Как я и говорила, эти цвета меня, в принципе, не очень устраивают из-за того, что очень много похожих. Допустим, зеленые вот эти два цвета достаточно похожи. Здесь чуть-чуть больше голубого оттенка. Два голубых тона, один светлее, другой темнее. Все эти оттенки розового, мне бы хватило из них 2. С другой стороны, мне не хватает светло-желтого, потому что эти желтые достаточно темные. Мне не хватает четкого красного, потому что вот этот немножко отдает бордовым. Кроме того, я бы набрала больше вот таких бежевых оттенков для разных типов кожи. Я думаю, для начала этого будет мне достаточно, чтобы понять, нужны ли мне вообще эти инструменты, или, возможно, они окажутся не такими уж удобными, и в конечном итоге мне надоест ими рисовать, и это будет лишь тяжестью для меня. Но была не была, надо попробовать в этой жизни все, поэтому сейчас я хочу все это собрать и раскрасить уже подготовленный скетч. Я заранее нарисовала Sailor Moon в таком вот стиле. Кстати, контур я сделала как раз вот этой ручкой.
смешанные чувства по поводу этого всего. С одной стороны, мне очень нравится, как они ложатся. Я однажды купила фломастеры и думала, что, в принципе, ну какая разница, что такие маркеры, что фломастеры, будет одно и то же. Нет, они отличаются. Ложатся они совсем по-разному. Если фломастерами ты рисуешь, у тебя видно каждую линию, и получается такой заборчик, то здесь, даже при том, что в нескольких местах я наслаивала несколько раз, все равно более-менее тон однородный. Даже похоже немного на акварель. Но здесь же кроется и минус в том, что эти маркеры очень расплываются, и контур у меня конкретно поплыл. Даже ручка стиралась и возюкалась. Кстати, я специально не подкладываю ничего под этот рисунок, чтобы посмотреть, как они пропечатаются на следующей странице, и давайте посмотрим. Так, ну, в принципе, неплохо. У меня, наверное, достаточно плотный альбом, потому что здесь всего лишь маленькие точки. Ну, а с другой стороны, видно, что хорошо пропечаталось. Следующий момент, который мне не понравился, это сами цвета. Как я и говорила, лучше подобрать отдельно каждый маркер с цветом, который вам необходим. Либо покупайте сразу большой набор. У меня 36 цветов, я бы, наверное, посоветовала цветов 60, чтобы уж точно были нужные вам оттенки. Мне здесь очень сильно не хватило бежевых оттенков. У меня получилась розовая тень на коже, красные ярко губы, хотя я хотела их сделать нюдовыми. Мне просто нечем было это сделать. Я понимаю, можно еще попробовать взять тот же светлый слой, которым я красила кожу, и в несколько раз попробовать его понаслаивать. Но на самом деле с такими светлыми цветами это по большому счету большого эффекта не даст. Кроме того, оттенки палитры, которые у производителя, которые нарисованы вот на этих маркерах, они в реальности достаточно отличаются. И брать наугад маркеры и рисовать без такой подписанной цифрами палитры я бы не стала в следующий раз, и я точно сделаю такую палитру, потому что не угадаешь, какой цвет попадется. На картинке он один, а по факту он будет совсем другим. Самая главная проблема при заказе с Алиэкспресса вот таких вот маркеров, таких наборов, в том, что они у всех продавцов практически одинаковые. Я посмотрела очень много вариантов, и вот этот вот набор, он у всех стандартный. То есть, возможно, это производят на одном и том же заводе, или я даже не знаю, но именно вот в этом ценовом сегменте набор будет либо такой, либо есть еще пару-тройку вариантов. Причем я взяла самый дешевый вариант, так что за разнообразие вам потребуется еще побольше заплатить. Как только эта самоизоляция закончится, пик спадет, я смогу добраться до своего ноутбука, и я обязательно выложу новое видео. У меня уже кое-что есть, я кое-что рисую. И надеюсь, как раз успею это закончить к тому времени. Так что надеюсь, скоро увидимся. Всем пока!